Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 января. Память святых мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода и прочих числом 377 с ними пострадавших. Эти святые мученики происходили из разных областей Римской империи и жили в Адрианополе при императоре Льве Армянине. В то время болгарский царь Крум опустошил Фракию, Македонию и подошел к самому Константинополю. Затем, после трехмесячной осады, овладел Адрианополем и взял в плен всех его жителей, уцелевших от избиения, до 40 тысяч человек. В числе них был и местный епископ, которого язычник царь приказал стремглав бросить на землю и растоптать. Крум погиб злой смертью, преемник его Дукум умер вскоре после него, и над болгарами воцарился Диценг, властитель грозный и бесчеловечный. Он приказал распилить надвое епископа и Адрианопольского Мануила и отрубить у него руки святителя, после чего священные его останки брошены были на съедение псам. Гнев Божий поразил изверга слепотой, и вскоре Диценг был убит своими подданными. Ему наследовал Муртагон, который стал жестоко преследовать христиан, не повиновавшихся его повелению отречься от Христа. Верных рабов Христовых он томил в темнице, истязал пытками и предавал смерти в бесчеловечных мучениях. Святых епископов Георгия Дивельского и Петра, утверждавших свою паству в Христовой вере, бесчеловечный мучитель предал жесточайшим палочным ударом и потом отсек мечом честные их головы. Той же казни вместе со святителями подверглись 7 христиан, усеченные мечом и христианские воеводы Иоанн и Леонт. Святому Леонтию Скопцу, епископу Никейскому, язычники пронзили чрево мечом. От меча же прияли мученическую кончину Гавриил и Сионий. Парод, благоговейнейший пресвитер, побит камнями. Много и других верных рабов Христовых было избито и заключено в темнице в это время. И не только свирепый Муртагон, но и его преемники на болгарском престоле жестоко преследовали христиан, которые различными истязаниями и мучительной смертью стяжали себе вечное царство. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.